Коряжме завершилось первенство Северо-Запада России по баскетболу среди юношеских команд 2004 года рождения. На кону стояли не только медали турнира, но и путевки в полуфинал первенства страны. Их было три. Подопечные Руслана Наманова показали на турнире самую высокую результативность из шести команд. Северодвинские баскетболисты уверенно разгромили сверстников из четырех коллективов. Ключевым матчем за золото турнира стал матч против «Дюшор» номер один Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Ведя в счете, наши ребята отдали игру за одну минуту. Итоговый счет 42-48. Серебряные медали Северо-Западного федерального округа и, самое главное, путевка в полуфинал первенства России в руках у наших баскетболистов.